должно исполнить нам труды высочайшего Бога. Бога труды живого, пока еще Эос сияет. Скоро мрачная ночь наступит, когда же приходит ночь, то никто из смертных вершить ничего и не может. Деяния Иисуса. Парафраза святого Евангелия от Иоанна. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет мир». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Информация. Это слово происходит от приставки «ин» и корня «форм». И означает оно «вложенная форма» или «то, что приобретает определенную форму». Информация – это лучшая валюта, потому что ей можно расплатиться, ее можно использовать и ей можно повлиять. Тот, кто владеет информацией, владеет ситуацией. В древности значение информации было таким же. Оно формировало представление людей о жизни, о грехе и о Боге. И, например, если они видели хромого или слепого, то четко понимали, он расплачивается за свои грехи или за грехи своих предшественников. Так говорили. Кто сказал, когда сказал и почему сказал, этого никто не знал, но все верили. У всех было четко сформированное мировоззрение. Все были проинформированы. И вот приходит тот, кто дает иную информацию. Он пытается изменить сформировавшееся представление о грехе и грешнике. Его ответ – это новый взгляд на столь незыблемую теологическую доктрину. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Вы только вдумайтесь на минуту о словах Спасителя. Оказывается, ни слепой, ни его родители – не согрешили. Как вам эта фраза? Нет, я не говорю о моральной чистоте или святости. Здесь не об этом речь. Речь о том, что есть ситуации, которые Бог допускает, чтобы открыть людям глаза, чтобы помочь им увидеть нечто новое в привычном, чтобы люди, наконец, узрели Его руку, творящую милость нам, слепым. И самое главное – нужно перестать мыслить категориями «согрешил», «не согрешил», а вместо этого стремиться, чтобы в нашей жизни были явлены дела Божии, чтобы Бог сделал что-нибудь через нас, и жизнь тех, кто страдает, тех, кто находится рядом, изменилась. «Пойди, умойся». Вновь мы видим, как Иисус делает человека идущим. До его прихода слепой сидел и просил милостыню. Как и в предыдущих главах, мы вновь становимся свидетелями того, как сидящий стал
идущим. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Информация. Иисус тоже использовал ее, чтобы сформировать новое представление о грехе и болезни, о грешниках и больных. Он перевернул представление древних о Боге, который иногда допускает что-либо в жизни людей, чтобы открыть себя. Иисус знал, Иисус владел ситуацией. Интересно, что когда слепой вернулся на прежнее место, у него спросили, где же Иисус? А он ответил, не знаю. К сожалению, в ситуациях, когда кто-то из моих родных или близких заболел, или кто-то из друзей попал в беду, на вопрос, где же Иисус, я чаще всего отвечаю, не знаю. У меня не хватает веры сказать, это для того, чтобы явились дела Божии. А жаль. Ведь именно эта информация может по-настоящему что-либо изменить.